Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что национальная команда одержала нервную победу в матче с Мальтой и закончился победой со счетом 2-0. Задачу минимум мы выполнили. 7 очков после 3 матчей есть. Трудности есть. Понятно, что хочется лучше, но что есть, то есть. С тем временем, что было у ребят для подготовки к играм, результат не самый плохой. Слишком нервная игра была, заявил Карпин в ходе пресс-конференции. Я дам ссылку, можно будет послушать его комментарии. Тут говорится еще о том, что в турнирной таблице группы аж после 5 туров Россия 13 очков занимает вторую строчку после Хорватии, тоже 13, уступая по дополнительным показаниям. На третьем месте находится Словакия 9. Так что вот такие у нас показатели. Ну, ребята, молодцы, выиграли. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии и будете в курсе событий, что происходит в нашей стране и за рубежом.